Всем привет, с вами Константин Шведов. Сегодня мы поговорим про тамбурины Flight. В ассортименте у нас разные тамбурины с разным диаметром и с разным количеством тарелочек, обратите внимание. Тамбурин очень часто используется в современной музыке, от оркестров до групп, этнических групп и рок-групп, где только не используется. Как играть на тамбурине? Тамбурин вообще раскачивает музыку, и его тоже нужно раскачивать. А потом к этим раскачиваниям вы добавляете акцент. Обычно это делается об руку, но иногда об бедро, об грудь или даже об соседа. Важно уметь делать акцент с разных сторон, чтобы попадать и в сильные, и в слабые доли. Также существует множество всяких эффектов, с ним можно танцевать и даже вот так делать. Не забывайте, что тамбурином машут из стороны в сторону, а не вверх-вниз. Вверх-вниз тоже очень удобно, если вы хотите как бы со всеми поиграть, но при этом не хотите мешать общему звуку, потому что не умеете. Улыбайтесь и делайте вот так. С вами был Константин Шведов и тамбурин Flight.